Время традиционной финской кухни пришло. Если желаете приобщиться к прекрасному, обязательно прочитайте, как приготовить финский суп из лосося. Нежное, сытное и ароматное блюдо со сливочными нотками. Уверяю, что подобного супа вы еще не пробовали. Этот аргумент настолько значителен, что ничего не остается, как взять и приготовить блюдо. Суп варится очень быстро и просто. Можно готовить его на основе воды или же рыбного бульона, смотря, что есть под рукой. В готовый суп добавляют зелень и немного лимонного сока. Удачи! Список ингредиентов в конце видео. Лук пари промойте и измельчите. Филе лосося нарезаем порционными кусочками. Разогреваем в кастрюле оливковое масло, обжариваем на нем лук пари до золотистости. Вливаем воду, добавляем лавровый лист, доводим до закипания. Добавляем картофель, порезанный кубиками, варим до его готовности. Подпишитесь на канал, есть еще много вкусного. За 5 минут добавляем лосося. Вливаем сливки, хорошо перемешиваем. Крахмал смешиваем с водой, вводим в суп, перемешиваем до загустения. В конце кладем кусочек масла, снимаем суп с плиты, даем ему настояться под крышкой 15 минут. Готовый суп украшаем зеленью. Приятного аппетита! Подписавшись, не пропустите новые вкусняшки. Продукты и их количество. Далее. Филе лосося 350 грамм. Лук пари 1 штука. Лавровый лист 1 штука. Масло оливковое 3 столовые ложки. Крахмал 1 столовая ложка. Сливки 3-4 стакана. Масло сливочное 1 столовая ложка. Вода 3 стакана. Зелень по вкусу. Соль и перец по вкусу. Картофель 300 грамм. Количество порций 5-6. Не останься равнодушным, вырази благодарность одним лишь щелчком, подписываемся. Еще увидимся.